Анастасия Прогурзина, здравствуйте! Первый месяц осени в регионах страны начался по-разному. В Центральной России, несмотря на прохладу по утрам, днем столбики термометров поднимаются выше 30 градусов тепла. На Урале с календарной осенью пришли и первые ночные заморозки, а дневная температура снизилась до плюс 17. В Старом Осколе в среду 4 сентября заморозков не ожидается, даже наоборот. Погода будет теплой и солнечной. Днем плюс 28-29 градусов тепла, к вечеру температура опустится до плюс 22. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752-753 миллиметров ртутного столба.